Я жива, у меня хорошее настроение, все чики-пуки. И поздравляю вас с нашим священным праздником «Христос воскрес». Я хочу, чтобы в этом году у всех людей было все чики-помбони. Я просто не умею говорить тосты. Так, короче, сейчас я приду с караваем. Дорогие мои друзья, я желаю вам мирного неба. Шучу, я желаю, чтобы у каждого из вас была гармония в душе, потому что это очень важно. Хочу показать вам мое творение. Это будет Усика творение. Мы вчера с ней взбивали, значит, безе, украшали это все. Мне 3 назад красили яички. Это вот Бетусик красила, это ее маленький куличик. Что я вам хочу сказать? Я хочу каждому из вас пожелать добра, мира, любви, удачи, потому что для меня я всегда хочу только удачи, потому что она способствует вообще всем начинаниям. И поэтому я бы хотела вам пожелать, пусть у вас в жизни все будет максимально круто, чтобы Боженька оберегал ваш дом, ваших близких. Христос воскрес! Так. Так, мы с Бутусиком идем гулять. Вот такие у нас прикиды. Я надеюсь, что на улице не очень холодно. Редко, кстати, ношу головные уборы, но мне нравится, мне идут вообще они. И шляпы, и кепочки. Доченька, смотри, какое дерево красивое, да? Ты видишь, как? Да. Ты видишь листочки? Да, и нет. Ты видишь листочки? Да, нет. Слушай, я не допрыгну, зайчик. Да никакого. Я не допрыгну. Смотри, почему зимой деревья были голые, а сейчас, смотри, как они начали распускаться. Почему? Они свистят. Сейчас весна, поэтому все распустилось. Да. Ой, как здорово. Че, Зай, куда? Ой! Куда мы с тобой зайдем? Куда? Церковь. Церковь. Вон она, церковь уже близко. Да? Да. Нам чуть-чуть осталось. Как ты поешь песню? А я иду. А я иду, какая на оте. По Москве. А я иду, какая на оте. А я иду, шагаю по Москве. А я иду, шагаю по Москве. Бежит, бежит. Доченька, осторожно, они могут укусить, Зай, осторожно. Аккуратно к ним подходи. Ты моя голёсенька. Ты куда? Стой, говорю. Все, доченька, пошли сюда, уже нельзя. Ой, вон там даже петухи есть, смотри. Хорошая киса. Почему все кошки всегда идут ко мне? Я не понимаю. Все кошки всегда идут ко мне. Что киса ты ко мне пришла? Мам, под ее огать. Видишь, она возле мамы. И я сюда тоже. Так
а потом лицо руками не трогай, хорошо? Жить. Спасибо огромное, друзья, спасибо. Вот они, супергерои! Поаплодируйте, пожалуйста. Все, Давидыч, иди сюда, пожалуйста, ты в команде. Актеры, сделайте шаг вперед, пожалуйста. Ребята, актеры, сделайте. Да, ребята, поаплодируйте. Наталья Глюкоза! Максим Лагашкин! Михаил Галустян! Так, мы с Бутусиком спустились к нам вниз в магазин. Я хочу... Вообще, вчера ночью красила яйца вместе с ребеночком. И сейчас хочу докупить что-нибудь красивое. Если будет для оформления, то поделать еще. Потому что ничего вчера на видео не сняла. Просто красила, клеила сразу. Но, кстати, круто получилось. Что ты хочешь, дочка? Маникюр. Ты хочешь маникюр? Синий маникюр. Там. Белечки самый любимый цвет синий. Ну ладно, пойдем сейчас все купим и пойдем делать маникюр. Ой, осторожно, дочка. Кто это? А, это герои разные всякие. Давай складывай. Все, бери тележку. Все, ты только два йогурта берешь? Да. И все? Ну ладно. Красавица моя. Мам. Подержать? Да. Она берет детей. Ну и что ты сейчас будешь лепить? Это. Сердечко? Да. Все то, что связывает. Мне уже все равно. Так, мы с Бутусиком учим буковки. Вот, учим букву А. Молодец, зайчик. Молодец. Так, мы с Бутусиком покрасили яички. Здесь еще не вся часть, первая. Партия готова. Тут у нас есть еще перепелиные, но они у нас, честно говоря, не получились. Сейчас будем заново варить, красить и... Где-то еще, наверное, 20 яичков беленьких будет. Я не знаю, зачем так много. Мам, это мои. Так, процесс творчества, так скажем.
Так, мы с Бетусиком покрасили яички. Здесь еще не вся часть. Первая партия готова. Тут у нас есть еще перепелиные, но они у нас, честно говоря, не получились. Сейчас будем заново варить, красить и... Где-то еще, наверное, 20 яичек. Чем так много? Мама, это мои. Так, процесс творчества, так скажем. Лежит, кися ждет маму. Устала ждать, зай? Да. Ну ничего, сейчас я уже все быстро, скоро закончу. Ну что, мы собрались в зоопарк. Так, да? Так, ну что, мы собрались в зоопарк. На улице достаточно тепло вроде как. Вышло солнышко, и мы сейчас идем смотреть животных. Ты кого больше всех любишь из животных? Дивафа. Да? Да. Так, это первый зайчик, нам нужно было на минус первый. Ну ладно, пошли через улицу зайдем. Так, на улице, кстати, солнечно, есть небольшой ветер, но все равно тепло. Вот это вот очередь, чтобы взять билет. Таких две слева и с правой стороны. Я в шоке. У меня кусит мама. Мама олени, вяля олени. Да. Так, смотрите, мы уже зашли в зоопарк, мы не стали стоять в очереди. А, купили их онлайн и все сразу же зашли. Это ля-ля-ли. Жесть, мы только приехали и сразу же, точнее мы только зашли, и сразу начался дождь. Сидим сейчас под навесом, ждем, когда он закончится. Нет у нас ни зонтика, ни дождевичка, ничего. Ничего, подожди. Розовые, да? Красивые? Да. Ой-ой, они то и та еще умеют. Они то еще умеют. Нет, они не летают. Пойдем. Вау!